Командир Хоггинс, сэр. Рад видеть тебя, Дальтон. Я как раз направляюсь в точку. Ваш запрос на переход в пехоту отклонен. Опять. Я знаю, что ты разочарован, но через 6 месяцев мы сможем попытаться еще раз. Разве я не могу вернуться в строй? Я лично переговорил с генералом Декслером. Пока никаких продвижений. Черт. По возвращении на корабль у тебя будет новый пилот. Это чужак, Хекскор, по имени Нибан. Мы получили его по программе обмена офицерами. На своей родной планете он является чем-то вроде занозы в заднице, и начальство хочет держать его вдалеке от событий. Ты будешь заниматься самым простым патрулированием. Как я устал быть сиделкой для разных засранцев из ниоткуда. Власть колоний не так уж и плохо, Джон. Конечно, приключений будет не так много, как если бы ты был пехотинцем. Но наши традиционные услуги тоже должен кто-то представлять. Ты хочешь пройти обучающий курс или сразу вернуться на корабль? Да, неплохо будет вспомнить молодость. Прекрасно. Ты свободен. Как поживаешь, маршал? Слышал, что ты уже здесь. Подожди, я сейчас перегружу систему. Меня зовут Раф. Я буду твоим гидом. Все готово? Приступаем. И снова здравствуйте. Добро пожаловать в тренировочный центр Авалона. Во всех местах курса расставлены холопроекторы. Так что я всегда буду рядом. Теперь подожди секундочку, пока я закончу сканирование. Датчики показывают, что на тебе энергетическая броня XAF. Сейчас глянем на детали. Ага, вот. Неплохо, серия XAF. Пусть не самая элитная броня, но и с ней можно натворить кучу дел. Можно использовать под водой перезаряжаемый щит, плазменный дисплей. В общем, стандартная экипировка колониальных войск людей. Теперь давай посмотрим на твою информационную панель.
Показатели здоровья и щита отображаются слева вверху, патроны справа вверху. Там же сверху отображается информация о текущей обойме, а чуть ниже – общий боезапас. Доступное оружие можно посмотреть справа внизу. Кроме всего прочего, твоя броня способна сканировать различные объекты, скажем, переключатели и панели, и даже людей. Подойди ближе, взгляни на меня и нажми кнопку «Использовать». Используя таким образом других людей, ты заставишь их поговорить или обратить на себя внимание. В некоторых диалогах существует возможность выбора ответа. Давай сделаем свой выбор. Ты меня слышишь? Все ясно. Переходим к делу. По расписанию дальше у нас тренировка на скорость и подвижность. Нажми на кнопку возле выхода. Пока ты будешь проходить курс, я буду говорить с тобой по радио. У нас отличные передатчики. При достаточно сильном сигнале мы сможем найти тебя практически в любой точке планеты. Подожди немного, пока я адаптирую под тебя полигон. Давай начнем с чего-нибудь простого. Перепрыгни эти блоки. Неплохо, но не каждый раз это будет так просто. Если ты прыгаешь вверх без остановки, то сможешь оказаться на следующей ступеньке. Отлично, теперь пристегнись и проползи под этими блоками. Не волнуйся, они не упадут. Прекрасно, теперь топай к той двери. Пришло время заняться оружием. Давай-ка начнем с оружия для новичков, рассеивающего пистолета. Давай, возьми. Нельзя сказать, что этот пистолет мощное оружие, но его изюминка в том, что у тебя никогда не кончатся патроны. Теперь попробуй задействовать альтернативный огонь. Сначала пистолет выкапливает заряд, а затем дает сильный разряд. Он никогда не узнает, кто в него стрелял. Окей, отложим мечи в сторону и пощупаем более реальное оружие. Штурмовая винтовка. Лучший друг маршала. Ставь обойму и наведи ее на цель. Винтовка полностью автоматическая, так как в основном режиме стрельбы она будет бить очередями. Во время стрельбы в правом верхнем углу отображается опустошение в текущей обойме. Перед началом боя постарайся выкроить время для перезарядки, чтобы не пришлось это делать во время боя. Альтернативный режим стрельбы за раз выталкивает сразу 5 зарядов. Суммарная мощность такова, что некоторые стены не удержат. Кстати, попробуй поразить мишень с помощью рикошета о стену. А ты быстро учишься. Следующее оружие. Нетипичный представитель стандартного арсенала. Но иногда с ним бывает так весело. Нет более универсального и опасного оружия, чем гранатомет. Эта модель поддерживает 6 различных типов патронов. У каждого из них свое конкретное назначение. Самый стандартный заряд – это осколочная граната. Дай парочку залпов, чтобы вынести к чертям этих малышей. В режиме стрельбы гранаты взрываются при контакте с целью. При прицеливании на бегу можно стрелять в какой-либо объект возле врага. Уж будь уверен, достанется обоим.
Если нажать кнопку перевести сигнал, включается таймер, что позволит гранатам взрываться не сразу, а с задержкой. Альтернативный огонь переключает тип снарядов. У тебя в арсенале находится несколько зажигательных гранат, так что заряжай их и потом всем шоу. Мне тут нужно кое-что протестировать. Как насчет того, чтобы ты вышел со мной один на один, а? Значит так, я буду играть голограммой, мое оружие будет также не настоящим, но твоей броней мои выстрелы будут восприниматься как настоящие. Когда ты умрешь, у тебя снова будет полное здоровье и щит, а я получу одно очко. Если же я умру, очко достанется тебе. Кто первый дойдет до 5, тот и победит. Не забудь пробежать по моему трупу, чтобы собрать останки моей энергетической брони и пополнить свои щиты. Если тебе надоест игра, нажми на кнопку возле выхода. Совет напоследок. Перезаряди винтовку перед игрой. В общем, Дальтон, как будешь готов, выходи. Ты победил. Поздравляю. Еще партию. Возможно, в следующий раз. Достаточно неплохо. Дуй к выходу. Восстанови здоровье и щиты. Просто наступай на станции. Они работают автоматически. Фух, а это было ничего. Сейчас даже не вспомню, когда в последний раз мне пришлось так попотеть. Знаешь, если я поставлю здесь два флага, то смогу продавать билеты, а там, гляди, и спонсор турнира найдется. А у этих кренделей из Лиандры больше денег, чем мозгов. Хм. Удачи, маршал. Защищай наши границы.
«Сэр, первый помощник Аида командование сдала. Инженер судна Айзек ждет распоряжений на верхней палубе. За штурвалом пилот корабля Небан». К чему все эти ранги и титулы? Продолжительное пребывание среди армейских шишек оставляет свой отпечаток. Просто хочу, чтобы вы почувствовали себя как дома, сэр. Доложи наш статус. Во время стыковки мы получили сигнал бедствия из системы Элара. Мы уже в пути. Хочешь проверить корабль и познакомиться с нашим новым пилотом, или сразу перейдем в комнату для инструктажа? У нас полно времени. Давай осмотрим корабль. Окей, начнем прямо отсюда. Нам нужен новый шлюз, но у интенданта на Авалоне их нет, как обычно. Мы заказали новый, он будет готов к нашему возвращению. Я подожду тебя в зале для инструктажа. Мы воспользовались задержкой для обновления голопроектора в комнате для инструктажа. Я подожду, пока ты осмотришься. Добро пожаловать домой, босс. Хочешь осмотреть верхнюю палубу? Нет, спасибо. В другой раз. Не потей. Кстати, я подобрал на Авалоне кое-какие новинки, но об этом позже. Приветствую, сэр Маршал. На борту этого чудного корабля есть много приятных развлечений. Развлечений? Так точно. Я снова приветствую вас. Хватит формальностей, Небан. Почему бы тебе не обосноваться здесь? Я подойду позже. Ай-яй, сэр. Обосноваться здесь приоритетная задача. Как ты и просил, мы переоборудовали склад в оружейную. Айзек расставляет там оружие. Если только он не нажрался и не дрыхнет. Ой, это вырвалось само по себе. Снова пьян в стельку. Вообще-то нет. Но ты ведь знаешь, это только вопрос времени. В любом случае, он ждет на верхней палубе, пока ты не закончишь проверку. Я пойду подготовлю инструктаж. Поговорим в комнате для инструктажа. Готов к инструктажу? Стреляй, когда будешь готов. Мы взяли курс на святилище, пятую планету в системе Элара. Это мир земного типа, покрытый джунглями. Пока что все население — это шахтеры корпорации Леандры. Несколько часов назад от них поступил сигнал бедствия. СОС, говорит станция Леандры Лима-6 на святилище. У нас большие проблемы.
Комплекс захвачен враждебными чужеродными формами жизни. Мы не знаем, кто они и откуда. У нас большие потери. Просим помощи. Вот и все. Я не знаю, кто и почему атаковал их. Давай посмотрим на главную базу в голопроекции. Комплекс Леандры состоит из двух компонентов. Здание по переработке руды дробит породу и извлекает ценные минералы. К сожалению, у нас нет схемы здания. Они очистили джунгли и сделали проход от главного здания на несколько сотен ярдов. Этот огромный генератор обеспечивает энергией оборудование для дробления руды. А вот ближайший вход от точки твоего десантирования. Удачи! Иди через коридор к Айзеку, он снабдит тебя оружием. А если его там нет, то он отсыпается в своей каюте. Если у тебя есть вопросы, я буду ждать тебя здесь. Я нашел в базе на Авалоне гранатомет и несколько гранат к нему. Хочешь взглянуть? Или показать что-нибудь другое? Давай, посмотри. Гранатомет М406 оснащен слотами для 6 разных типов гранат. А основной режим – выпуск гранат, которая взрывается при контакте. Удерживая кнопки стрельбы, включает таймер гранат. Альтернативный режим – выбор следующего типа гранат, если они у тебя есть. Если хочешь, я расскажу поподробнее. Выбирай. Увидимся позже. Что-нибудь еще? Как насчет пистолета? Пистолет Т-13 – стандартное оружие сил правопорядка. Ему не нужны патроны. Он перезаряжается от квантового модуля в рукоятке. Основной режим медленный. Огонь энергозарядами. Альтернативный режим накопления заряда. Надежное оружие, но бесполезно против толпы врагов. Что это? Покажи мне эту винтовку. М-32 Duster. Стреляет зарядами из объединенного урана, у которых нет гильз. Основной режим – скорострельный огонь. Альтернативный – стрельба 5 зарядами. Этот комбизаряд разделяется, когда ударяется о стену. Посему при некоторой сноровке можно стрелять из-за угла. Очень эффективное оружие. Можно очистить зону автоматическим огнем и произвести одиночный летальный выстрел альтернативным огнем. Что-то еще есть? Увидимся позже. И спасти. Да, мамочка. Никаких грубостей. Эй, я не шучу. Я не хочу потом снова возвращаться сюда, чтобы спасти твою жалкую задницу. Расслабься. Я уверен, что местные аборигены дружелюбны.
Помогите мне! Работать. Эй, подожди, я передаю общий сигнал. Сэр, вон, наверху, камера. Я смотрю на вас по сети безопасности. Система двухсторонняя? Ты меня слышишь? Не пытайтесь отвечать. Система односторонняя. Я тебя не слышу. Рад, что мы это выяснили. Парень, рад тебя видеть. TCA, надо же. Я не был уверен, что кто-то примет мой сигнал бедствия. Я Дэнни Миллер, техник первого уровня. Надеюсь, вы пришли сюда, чтобы спасти меня, так как сам я отсюда не выберусь. Все, кого я видел на камерах безопасности, мертвы. Я забаррикадировался в комнате охраны в здании генератора. Тебе нужно пройти через борочный завод, чтобы попасть сюда. Хм. Основной путь закрыт. Держись, я открою люки выводного бассейна. Плыть недалеко, так что я увижу, когда ты поднимешься. Господи Иисусе, Джон, мы когда-нибудь зеленели? Как давление твоего костюма? В норме. Никогда не слышала поговорку «кровь погуще водицы». Так вот. Это правда. Отойдите от камеры, технические. Оставьте ее в покое. Я не знаю, что это за штуковины, но я их уже ненавижу. Миллер здесь, ты дерьмо, голубой, ты для ямы, голубой свет.
Эти твари показались после того, как мы вытащили этого чужого из шахты. Но он совсем старый, прям мощный ветер. Да и дырок в нем кто-то понаделал. Я забрал его с собой. Отличный выстрел. Осторожно, большая часть этого барахла нестабильна. Один выстрел, и все взлетит на воздух. Хорошая новость, сэр. Я нигде поблизости не видел этих тварей. Думаю, мы отсюда легко попадем внутрь. Сверху находится помещение дренирования. Там полным-полно этих тварей. Но другого пути нет. Желаю удачи.
Эй, Аида, твое руководство описывает это как курорт для Скаржи? Наверняка он проверяет своих изорианских хрюшек. Не нравится мне этот Джон. Какое облегчение. Думается мне, что зря я волновался. Находится впереди. Я не могу следить за вами снаружи, но я словлю вас опять, когда вы близко подойдете к зданию генератора. Еще увидимся, сэр. Получилось! Уху! Я как раз около угла. Сейчас выйду. Нет! Здесь небезопасно. Я еще не очистил район. Оставайся на месте.
Проклятый пацан смерти ищет. Нет! Оставь меня в покое! Не подходи! Назад! Обнаружена преграда. Аварийная остановка через 3, 2, 1... Аварийная остановка выполнена. Штуковина.
достал артефакт, чтобы это ни было похоже на инопланетную вещь. И очень древнюю. Я вызвала штаб, и они посходили с ума. Скоростной корабль морской пехоты летит, чтобы его забрать. Выходите на поверхность и сидите на задницах до их прихода. Не заставляй меня начинать. Это и есть артефакт. Что-то не похоже. Хотя для кого-то, видимо, это важно. Окей, мы забираем его отсюда. Вылетайте осторожно. В районе все еще жарковато. Сделаем. Септер Фи. Джон, мы посылаем тебя назад. Что случилось, Аида? У нас там внизу опять проблемы. Твои соратники-пехотинцы были расстреляны еще до того, как успели погасить скорость. Их корабль разбился в лесу с дальней стороны планеты. У них все еще должен быть артефакт. Они установили периметр и будут удерживать позицию до твоего прихода. Тебя туда. Придется тебе топать пешком. Они расставили маяки, чтобы ты смог попасть на место катастрофы. Местные аборигены не должны создать для меня неприятности, но тот, кто сбил корабль, должен находиться где-то рядом. Возьми пехотинцев и подготовь их к посадке Атлантиса. Скоро увидимся. Понял.